Поаккуратнее надо ездить. Дрова везешь, что ли? Тебе то тише, то быстрее. Куда торопиться? Все там будем. Не болтай. Юсупа ты не упускай. Никуда не денется твой Юсуп. Вы напарника, что себе выбрали. Тише. Ничего. Лишь бы ящик угрузил. Это точно. Ну что вы тебе-то? Кто-то из нас грешен, Иса. Да, намотала. Эй, что там у тебя? А? А у тебя что? Ну, может, помочь? Ну, помоги, помоги, помощница. Ну и оставайся. Ну скоро вы там, а? А то я возьму, сразу салют будет. Смотри-ка, на базар. Вот народ. Откуда они знают про дорогу, а? Держи, посмотри за дорогой, а? Выручи, наши домой торопятся. На, дядя, тебе отнеси. Вот мой кот гнал. Все, Сан, закрывай проезд. Смотри, никого не пропускай. Когда закончим дорогу, в гости приду. Через 15 минут взрыв. Посмотри, что, непонятно? Ну, чё ты зубы скалишь, чё ты зубы скалишь, работничек? Развеселился. А что, развеселился? Вот сейчас только думал, что за жизнь? Сегодня суббота, завтра воскресенье, а я здесь. И ни одной девушки. И тут сразу две. Нет, я вас не выпущу. Не выпущу! Вот меня зовут Асан. А как вас? Чего с ним чикаться? О, Криста! Криста Яновна! Ну, как дела? Так вы, Асан. Что ж, очень приятно. Знакомиться будем потом. Ну, можно узнать, в чем дело? Ну, в чем дело? Рвать будут. Дорога закрыта. Угу. На час, на два.
Слушай, спроси тот взрывников, сколько отвалят там? Что значит, сколько отвалит? Я сегодня же должна быть в Акташе. Меня там люди ждут. Где взрывники? Там. Эй! Стой! Стой, тебе говорят! Стой! 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 Эй! Эй! Стой! Сейчас взрыв будет, дура! Ноги тебе жалко не переломал. Было за что. Извините, Асан. Ну что, поехали? Вроде не курорт. Идите, Асан, я попробую сама. Ты уже попробовала. Ну, не надо так. Ну, ты можешь держаться как следует. За шею. Давай руку. Не думай. Ну, все, как нога. Ой. Эй! Ты что, взбесилась, что ли? Ты во всем виноват. Кристинка, моя маленькая. Все. Смотри. Не всех видал. Ничего себе. Базар опоздаешь. Иди ты знаешь, этих дорожников я бы стрелял.
Сегодня едешь, есть дорога, завтра едешь, нет дороги. Кончай! Ты что, здесь ездил? Дорогу здесь видел? Да иди ты! Делай, что хотел. Иса! Иса! Что это? В чем дело? В чем дело? Ты что, сам что ли не видишь? Так вот смотри. Где твоя дорога? Я здесь торчать не буду. Ха-ха. Торчать не будем. Проедем. Проедем, пролетим. Где Юсуп? Где наша машина? Чего ржешь? Чего ржешь? Эй, парень, парень, а? Ты нашу машину не видел? Да. Нашу машину не видел? Вашу? Да. Так на них не написано, чья она. Все машины одинаковые. С ящиками. С ящиками, говорю. Да. С ящиками машина. А, была такая. Догоняй. Тушь, там. Поговорить надо, дорогой. В чайхане поговорим, ладно? Чего ты сердитый такой? Под нож не надо лезть. Хорошо, хорошо. Когда пробьешь дорогу? На бутылку, да? К вечеру сделаешь? Ну, садись, делай. У тебя свое дело, у меня свое. Хочешь на чужом горбу в рай проехать? Ты еще молодой. Исправлюсь. Подожди, на буксир возьмешь, можно проехать. Я смотрел. Ветро везде пройдет. Хочется работать. Ногу убери. Что? Убери ногу. Что? Ногу убери! До сих пор понять не могу, чего тебя туда понесло. И успокоиться не могу. Смотрю, ты на дороге горцуешь. Ты же сама на взрывах работаешь, должна понимать. Вот именно. Думала, что там взрывники. С ними бы я договорилась. Подождали бы. Кто же знал, что они на той стороне? Этот парень, думала, шутит. Ни флага, ни сигнальщика. Слушай, ты этому человеку должна в ноги поклониться. Он же тебе жизнь спас. Я бы посмотрела на твоего Арна. Ладно. При чем тут Арна? У вас просто нету другой темы для разговора. Вот и все. Да не ладно, не ладно. Обиделась. Вот ты сейчас встань и пойди позови его к нам обедать. Хорошо? Человек жизнью рисковал. А ты какие-то там свои принципы. Какие принципы? Мне просто нога болит. Вот и все. Никуда не пойду. Зачем вы, девочки, красивых любите? Ну что, Иса, решай. В круговую, так в круговую, сидеть, так сидеть. Только так, расчет другой будет. Сам понимаешь. А? Не выйдет. Не будет? Ну тогда давай разгружайся. В Кокжар тебя отвезу и вся любовь. Мне ведь тоже за здоровье живешь, вкалывать неохота. В автоколонии и так. Глаза косят, понимаешь. Было бы за что. Не за что. Да не густо. Я возил клиентов пощедрее. Слушай. Давай-ка я тебя в Кокджар сброшу, а? Ладно? Я в Акташ еду, ладно? Там же Юсуп. Ты! Чего, Петро, проедем. Не может быть, чтобы я не проехал. Смотри, смотри. Погоди, к вечеру машина набьется. Целые делегации ходить будут. Дурак, парень. Сам такой был. Запросто по тройку с каждого можно брать. Ты думаешь, он не верит?
Все берут. Кристояновна, ну как дела? Как ходовая часть, в порядке? Не понимаю. Ну ходовая часть, ноги в порядке? Ну вот, язык. Чё пришла? Когда дорогу сделаю, да? Да? Да, когда вы сделаете дорогу. А ты покатайся со мной, узнаешь. Жарко. Это чтоб служба медом не казалась. А то все бульдозаристы пойдут, пушка не проживешь. Ну, это вам не грызи. А что? Верно, дураков нет. Пропал твой костыль. Новый заказывай. Геология? Геофизика. А? Геофизика. А зачем в окна сидишь? Всем уведем. Гамма-каратаж, сейсма-каратаж. Ого. Откуда вы это знаете? А что, я в школе не учился? Там у меня один друг служил. Нормальный город? Нормальный. А вот говорят, у вас есть ресторан, который всю ночь работает. Это правда? Не знаю, я ночью сплю. Неужели что-то растет на таких скалах? Ну хорошо, я пойду. Посиди. Домой пора. Домой? Ну, к палатке. Да, Александра Ивановна сегодня вас приглашает на обед. Приходите, пожалуйста. Александра Ивановна. А, это. Ну, а ты? Что я? Ну, ты приглашаешь? Конечно, сам. Приходите, мы вас ждем. Ну, смотри, я приду. Угу. Слушай, кончать это вы. Не могу, Асан. Это дефекты воспитания. Ну, приходите. Все, наливаю. Угу. Так, красота такая. Что у нас? Не меня ждете? Да вроде бы нет.
А что, не сойду за него? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Ладно, садись, если пришел. Криста Янна, я и дела на зубок знаю. Сколько лет в гараже. Вот он еще рта не раскрыл, а я знаю, что он скажет. Или стаканы попросит, или скажет, девочки, ваша закуска, моя выпивка, может, посидим туда-сюда, а? Точно. Может, посидим? У вас тут культурно, с музыкой. А ну, не трогай. Руки чешутся. Да руки что? Нос чешется. Ой. Зачем вы, девочки, красивых любите? Разрешите? Не возражаете? Сейчас Иса придет, помидор принесет. Ранние по 5 рублей. От сердца отрывает. Все для женщин. Зачем же от сердца отрывать? Такая жертва. У вас что, какой-нибудь праздник, что ли? И вы тут зря с водкой располагаетесь. А ну, забирай, забирай. Быстро. А мы люди не гордые. Можем и так. Вот у кого праздник, вот кто икру мечет. У него половина груза в Акташе. Там глаз нужен. Он здесь. Что делать? В круговую ехать. А вдруг Исуп его где-нибудь здесь на дороге ждет? А что ты радуешься? Вы ж одной ниточки связаны. Извините, две большие разницы. Шофер первого класса, Маклаков Петр Васильевич. 157 тысяч без капитального ремонта. Талон чистый, взыскания нет. В пьянстве не замечен. Знаешь, Криста, сколько лет живу на свете, никогда не могла понять, откуда у людей такое нахальство. Вот плюнь ему в глаза, он божья роса, а? Это есть. А что делать? О себе не побеспокоишься? Лапу сосать будешь. Ты на повременке сидишь? Да. Ну и сиди. А я вот с клиентом рвану разок, и вся любовь. И крепко спишь, нормально? Нормально. А чего? С машины снимут. Да я ее сам поставлю, берите. Автобас много, шоферов нет. А совесть? Совесть? Слушай, ты ведь сама шоферишь. Чего ты мне права качаешь? На мойку подъехал, руб мойщику. Лист на рессоре заменить. Слесарю нужен на пузырек. А где брать? А что ты к нам пришел? Здесь ни мойки, ни слесаря. И Колым тебе не светит. Пообщаться. Пообщаться. Вот видите, как неудачно. А мы такой необщительный народ. Маке! Эй, Мамбет, давай быстрей! Ой, Мамбет! Молодец! Ну, как дела? Как в сказке. Новость хочешь? Нет, с машиной что? Атабеков сейчас был. А? Я знаю, первый раз, что ли. Ешь, Айдек Руслана. Ой, Маке, ты как знал? Я есть хочу. Барана съел. Это парни знать нечего. Когда ты не хотел? Ну что там новенького в Кызылжаре? А, все по-старому. А. Все в порядке, старый. Ты за Анек так не ухаживаешь. Ты ее хоть один раз целовал, а? Придержи язык. Ты лучше скажи, масло проверял? А утром. Утром, говоришь? А это что? Ну... Откуда это? А, гости забыли. А в голову твою сломали? Конечно. Отнеси. Будет предлог зайти. А зачем мне предлог? Меня и так пригласили. Девушка? И? Ну, молодец. Что, загораем? А почему не купаешься? Что здесь, что ли? А что, мелко? А что за книга? Про любовь? Ага, почти. Автор реферат диссертации одного моего товарища. Он спрашивает, а я не читала. Вот взяла? С собой.
Лежу, читаю. Ну и как? Да так, второй день, вторая страница. А что, неинтересно? Почему? Интересно. Просто мешают. Что? Все. И солнце, и горы. Все. Смотри, голову не сломай! Кристина Яновна! А, что? Ну что ты лежишь? Ну солнце уходит, поехали быстрее! Какая-то странная манера разговора. Нельзя времени тратить, поехали! Но это сама... Ну никому она не нужна, поехали быстрее! Но я же должна... Поехали, поехали! Что случилось? А? Куда едем? Понял, Ися? Мы очень необщительны. Только побыстрее. Пацан! Пацан! Подожди, подожди, не уезжай. В больнице довезти можешь? А что? Ну, раньше нужно было говорить. Откуда я знал? Что случилось? Да у него жена рожает. Просит подвезти. Как же? Туда обязательно за женой сделать. Я его за полчаса довезу. Каску надень. Что? Каску надень. Ага. Давай! Ну, держись! Не уезжай, может, не здесь, я сейчас. Моя жена здесь, Спотаева! Сестра! Сестра! Пацан, подожди, подожди! Поехали, беги. Время это проходит уже, время. Поехали, поехали. Ай, Асан! Кто родился? Мальчик! Я, понимаете, мне нужно. Спрячь мотоцикл. Убойте. Пошли, пошли, пошли. Рахман, Рахман. Спасибо, спасибо.
остановился? Лошадь-то чужая! Вернете мотоцикл, получите лошадь! Молодец. О, Сахал, ассаламу алейкум. Валикам ассалам. Как дела, дорогой, как здоровье? Ничего, а как твои дела? А, вон они мои. Красивых людей. Здорово, земляк. Здорово. Покурим? Можно и покурить. А, зачем курить? На голодный желудок это очень вредно. Петро, что-нибудь взял? Ну, о чем могут быть разговоры? Давай, а? Зачем вы, девочки? Я еще поработаю. О, обижаешь, дорогой. По-человечески прошу, ради уважения, за компанию. Прошу вас, а? Эй, Иса, что ты его как девочку уговариваешь? Что, друг сам не понимает? Сразу видно, человек. Давайте-ка выпьем. За хороших людей. Спасибо, я не могу. На работу нахожусь. Да ты что, боишься автоинспектора остановит, а? Пьяным боишься быть? Мужик здоровый, тебе бутылки мало. Подожди, Петро. Мы алкаши стали. Нас за знакомство придется выпить. Меня зовут Иса, а его Петро. А как тебя зовут? Мамбет. Ну вот, Мамбет. Мы тут сидим, а вокруг горы, понимаешь? Давайте, друзья, выпьем за хороших товарищей, чтобы всегда было хорошо, чтобы дети росли хорошо, чтобы нашим детям всегда было хорошо. Сэр, погоди, Иса. Мамбет, сколько у тебя детей? 6. О, настругал. Да как же ты за своих детей не выпьешь, а какой ты после этого человек? Ну ладно, за детей я выпью. На помидорочки нажимай. Все равно, что есть они? Ранние. Это не хлеб. Ну ладно, извините, ребят. Стоп, стоп, мы только начали сидеть. Спасибо, не могу. Ты подцепишь, мы проедем? Нет, не могу. Ну что ты? Деньги помешают, что ли? Не могу. Я буду возиться с твоей машиной. Что скажешь другие? Им тоже, Ахташ. Вот сделаем, все проедете. Зачем обижаться? Ты что, лучше других? Я же тебе плачу. Эх, Мамбет. Ну что, сидим? А вокруг горы. Пошел ты, знаешь. Да не бойся. Чего-нибудь придумаем. О, мотель Пузовала. Хозяйка, места есть? Есть, есть, заходите. Студенты. По совместительству у строителей хлеб отбиваем. Как отдыхается? Хорошо отдыхается. Присаживайтесь. Куда это вы? Зачем? Встретят, машину обещали к завалу. Сейчас подойдет, обещано. Наиграй, а? Мелодия такая прилипчивая. Попробуй. Thank you.
Это разве быстро? Ну, как вы съездили? А, еле выбрался. Понимаешь, у него сын родился. А знаешь, сколько у него родственников? Ты где была, Криста Яновна? Гуляла? Домой пора. И вы, наверное, тоже устали. Должны отдыхать. Мне? Мне отдыхать? Ну, мне отдыхать. Да, ну, у нас сегодня был день. Этот взрыв. Такое ощущение, как будто это было так давно. Да, спать хочется. А вы знаете, я дома в лучшем случае сплю 6 часов. А что, времени не хватает? Нет, много работы. И лекции, и кухня, и дом. Честное слово, устаю, как лошадь. А что, денег не хватает? Вот так же и Арна говорит. А кто это Арна? Мой муж. Ну, хорошо. Спокойной ночи. Ну, разговор пошел. Ну ты что, спать сюда приехала, да? Ну завтра выспишься. Завтра не рабочий, выходной день. А что выходной? В экспедиции это не имеет значения. Среда, суббота. Какая разница? У нас... Слушай, есть разница. Давай сейчас в Кокжер на танцы махнем, а? На лошадь и пошло дело. Полчаса туда, полчаса обратно. Я сейчас еще только и на танцы пойду. А что, ерунда? Запросто без ног можно плясать. Руками вот так помахал, вот так. Вот так? И без партнера можно спокойно танцевать. Сплошное выражение, самовыражение, все. Не пойду я! Мне нога болит! Вы ведь меня так отделали с утра. О, друг, а? Забыл. Честное слово забыл. Я ж тебе костыль сделал. Будь здоров. Помнишь, утром показывала? Держи. На скалах? Ну, еле залез. Оно крепкое такое. Я его ломала. Ты что? Нет, ничего. Ну что так смотришь? А разве жалко не было? Кого? Тополька. Тополька? Ну кому он здесь нужен? Парк, что ли? Таких в горах знаешь сколько? Ну хорошо, я пойду. Ну иди. Не надо. Вы, наверное, в Аиле выросли? В Москве. Ну, не обижайте. Вам просто больше повезло, чем мне. Вот вы и думаете, чего жалеть? Всего много.
хватит на всех. Вон вы какой весь нараспашку. А я как в раковине. Но если на мою долю выпадает хоть немножко тепла, я его берегу, растягиваю. И мне надолго хватает. Не ошибитесь, Исан. Все быстро качается. И время, и силы, и любовь. Вы даже этого представить не можете, как быстро. Люблю я такие разговоры. Что ж, теперь не жить? Явилась. Могла и утром прийти. Ну, ладно. Да не ладно, не ладно. Слушай, Криста, не морочь ты голову этому парню. Ты приехала и уехала, а ему тут оставаться. В вагончике своем. А так он найдет себе девушку, женится и будет жить, как все люди. Не лезь ты к нему. Шура. Старый! Отбой! Чай принес! Давай быстрей! Я думал, что ты не придешь. Почему? Да так. Есть не буду, только чай. Хорошо заварил? Конечно. Никак алкоголь? Ваша фамилия, товарищ водитель? Усенов. Товарищ Усенов, пройдемте со мной. Давай чай. Подождите, подождите. Разберемся. В нетрезвом состоянии за рулем. И кто? Надежда совхоза Кызылжар. Лучший бультезарист. Давай чай. Маке, ты что, выпил с ними? Не могу обидеть человека, не могу. Ну, выпил. Ну, что ты, старый? Что, обидели тебя? Ну, хочешь, я поговорю с ними? Я томат там понаделаю. Я. Асан, иди, отдыхай. Ночь короткая. Значит так, ты сейчас пойди поспи, а утром подменишь меня. Не надо. Ну почему? Ты же сейчас уснешь. Много еще осталось? Тебе хватит. Кто знает, ты зло сейчас. Возьмешь и к утру кончишь. А мне лично это не улыбается. Асан, ты понравился? Да, вроде бы. Thank you.
свидания. Мы уезжаем. Что? До свидания, мы уезжаем. Как? Как уезжаешь? В круговую поедем. Вы когда еще кончите, а нам пора. Зачем? Завтра все сделаем. Все равно скорее не будет. Ты знаешь, сколько в круговую нужно ехать? Не уезжай. Мы должны уехать. Понимаете, мы пригласили людей. Бакташи не приехали. А я здесь, и вся аппаратура здесь. Я обязательно должна уехать. И я не могу больше здесь сидеть. Я должна заказать телефонный разговор. Мы уедем. Ай, испугалась? Не понимаю. Ну, не уезжай. Мне от тебя ничего не надо. Завтра поедешь. Не уезжай, а? Всех денег не заработай. Давай покурим. Ну и скучище у вас тут. Задвинуться можно. Хотел к бабам подвалить. Не вышло. Только Джар хотел съездить. Клиент не хочет. Дай побалуюсь. Ты что? Не возражаешь? Это тебе не помидоры возить. Это ж точно. Вам их не надо. Интересно. Интересно получается. А ну давай. Давай попробуй, раз ума не надо. А чего ж, это тебе не помидоры возить. Ну какой же ты шофер? Ты же бульдозерист! А ты думал? Я земляк. 7 лет в карьере землю ковырял. Понял? Ставь по банке, запросто подменю тебя. Эй, эй! Ай, друг! Ты это серьезно? Чего? Слушай, подмени мне часа на два. Мне в одно место надо. Дело есть. Что хочешь, для тебя сделаю. Ты что, шуток не Ну понимаешь? Какие шутки? Я же видел, как ты работаешь. Первый класс. Выручи, а? А ты и нас выручи. Друг. Друг. Держи. Ну возьми. Ну если уж так надо. А вдруг кто-нибудь придет? Никто не придет. Скажешь, прокладку пробила, а сам за новой поехал. Я скоро вернусь. Я быстро. Значит так, отвезешь Кристу и Анну на почту, она позвонит и немедленно назад. Ясно? Есть! Что, я в школе не учился, что ли? Да я вижу, здорово вымахал. Криста! Давай, Пал. Ты смотри, там не очень.
Возвращайтесь! Давай быстрее сюда, быстрее. А, вот так. О, а ты назад. А ты что плачешь, а? Оставь! А! Ты почему в дом не заходишь? Я не один. А. Где Мамбет? Мамбет ушел в баню. Хорошо, Байки. А то было б мне баня. Вот познакомься. Здравствуйте. Это Крис Стояновна, это Айнек. Очень приятно. Это что, все ваши? Наши соседки, младшего брата. Ничего себе. А вас сколько? Один. Ну, один, то есть такой, что... Как вы с ними управляетесь? А, они сами. Сами. Ну, пойдемте. Ну, пожалуйста, заходите в дом. Пойдемте, дети. Пойдем, пойдем. Эдиль, Эрмик, быстро, быстро, давайте. Эрмик, что я тебе сказала? Мы помешали. Крис Стояновна, она же их путает. Ну вот зовет Эрик. А как? Нет, Эрмат. Ну да что такое? Эрик Кинг говорит. Я не встрел вас на Э. Пока я их всех не переберу, не вспомню. Они все на Э. Мамбет так захотел. Чтоб в жизни не путались, говорит. Чтоб друг друга не потеряли. Келлер. Акрын? А тебя как зовут? Эркингуль. Это Эльмира. Ну, Кристианна, видали? Когда они вместе, я еще разбираю. А по отдельности нет. Зато учиться будет хорошо, друг за друга на экзамены ходить. А, да. А ты куда? Я сейчас. Наверное, в магазин пошел. В магазин? Зачем? А он сам не знает, что делает. Вы, наверное, ему нравитесь. Нет, что вы. Я тут ни при чем. Знаете, мать у него живет в Уратюбе и сильно болеет. Отец умер. Братишка, сестренки, их всего семеро. А у нас такой закон. Если в семье плохо, то детей забирают родственники. А он не захотел, говорить, сам справлюсь. Да. Он кто такой. Бы мог подумать? Никому не скажет. Все, приехали. Слезай. Не надо, не снимай. Голову отбивает. Давай, руку.
Мы остановились. А я правду вам говорю. Поедем. Мне не хочется вести тебя. Мне не хочется строить дорогу, по которой ты завтра уедешь. Может быть, это самое лучшее, что мы можем придумать. Поехали. Села. А что ты копаешься? Быстрее! А тебе говорят, быстрее! Ну, быстрее! Быстрые только белки и те мелкие. Эй, ты, вылезай! А, Мамбет, здорово, земляк. Ты чего? Ты? Как ты смел? Ты вор! Тише, тише. Ты узнай сначала, а потом говори. Уходи. А вот это ты узнаешь? Узнаешь? Часы Асана. Врешь. Свидетель есть. Иса. А, салам алейкум, Мамбет. Что ты нервничаешь? Ну что ты, Мамбет? Я что, не понимаю? И ты понимаешь. Ну, сколько хочешь. Ну, подожди, подожди. Давай прямо. Ты делаешь, я плачу. Сколько? Для тебя я пальцы не шевельну. Шевельнешь. Куда ты денешься? Ты будешь делать, я буду ездить. Понял? Скажи спасибо с тобой, как с человеком разговариваю. Сколько тебе надо, скажи, сколько тебе? Много. Только тебе нечем платить. Ты бедный человек, Иса. Ты никто. Обижаешь, дорогой. Я же колхозник. А ты думал, кто? Вот справка. Хочешь, две сделаю. Хочешь, 10. И тебе сделаю. Ну? Вот все. Кто ты теперь? Что ж ты делаешь, сволочь? А ты, подлец, давай быстро воду! Вот так.
Что-то случилось там. Скорее к палатке. Шура! Ее нету. Я боюсь. Они там, поехали! Скорее! Маке! Маке! Ну! Встань! Отстань! Не надо! Не надо! Убьет! Убьет! Отойди! Убьет! Ты че же? Ну? Старый! Старый! Ну что ты разлегся? Ну что ты? Ну что ты лежишь тут? Асан? Эх, парень, завтра буду с тобой говорить. Сейчас будешь работать. Айнек, не говори. Шпана. Сейчас встану. А тебе и не даст никто лежать. Разлегся тут. Ну зачем ты сюда примчался? Без тебя разобрались. Иди сейчас работай. Асан! Один раз сожгануть нельзя. Подойди сюда. Чего? Чего-чего. Попрощаться надо. Желаю тебе счастья. Желаю тебе всего самого хорошего. Если что, надо будет тебе. Адрес Мамбету я оставила. Угу. До свидания. Вот и все. Можете ехать.